我在做不服心律师。Андрей, мы же не надо. Мы же не будем так выйти. Я пошла с тобой куда угодно, на какую хочешь каторгу, куда ты, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь. Ты погляди на себя. Кем ты стал, в кого ты превратился? Война кончилась, и без того задохнули в смертях. Избавиться от меня надумала, но давай! Андрей! Избавишься, Настёна, избавишься! И то устало, сколько можно, пора и честь знать! Избавишься, Настёна, ты не так, как задумала! Со мной, говоришь, пойдешь. Да ты же знаешь, что тебя со мной стенки не поставят! Пожалею, а меня поставят! Тебя вон хочет из-за пуза пожалеют! И пойдешь ты, голубушка, одна! И совесть свою освободишь, видишь, как ладно! За что ты так меня, Андрей, за что? Что я тебе сделала? Я ж как лучше хотела, сказала, что на ум пришло. А ты что говоришь, зачем ты так? Я тебя, Настёна, сам от тебя избавлю! Скоро уж, скоро, недолго ждать. Я не собираюсь тебя всю жизнь так мытарить. Ты хочешь завтра, если оно пошло, хочешь сейчас, ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. А у меня и веревочка припасена. Ты же вон мне принесла сеточку, чтоб башка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут. Обойдусь, без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше от тебя не надо. Хватит с тебя! Отдохни! Отдохни! Погляди, Андрей, Андрей! Нет, ты погляди, не оборачивай себя! Погляди, скажи! Похоже, я на ту, про кого ты говоришь! Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал! Ну, скажи, похоже! Может, мне еще и повиниться перед тобой? Вы можете упасть, словно красный на развел? Или что ты хочешь, чтобы я делал? Не надо виниться! Ноги я сама упаду, только не говори, так не обманывай ты себя. Что ты, Андрей, что ты? Ну не надо, так не надо. Ты посмотри, посмотри хорошенько на меня, такая я или нет. Потому что ты не видишь. Себе, значит, не верь, а ей верь. Славно. Не сердись, Настён. Не верь тому, что он говорил. Прости меня. Не жить мне без тебя. Если ты над собой что-то успеешь, я тоже. Так и знай! Настёна истопила баню, и зная, что Семёновна не любит первого жара, пошла поперед всех. А дальше все покатилось как под горку, да под горку крутую. Началась самая настоящая охота. Сереньки волчок.
Настена! Да Настена, ну, Настена! А тебя, девка, чё так распёрла-то? Ты там не брюхатая ли? Так, Святой Дух, с
святой-то святой. Интересно же знать. Конечно, если секрет, то не надо. Ни одного мужика вроде и не было. Нет. Ты давай садись. Рассказывай, чтоб без околичности. Да я, может, сама этого святого проверить захочу. Ты не догонишь, Надька. Помнишь, уполномоченный приезжал, который на облигации подписан. Ну, а вот и ну. Запряги, поехали, привезла. Долго ли умеючи? Да, недолго, недолго, это я знаю. Долго потом расхлебывать. Ну, Настена, ну, утворила. А все тихоня прикидывалась, краснела, вот тихо, тихоня. Жить-то дальше как хочешь. А если Андрей придет, он же убьет тебя. Скай, ты что пристала ты, Надька? Ты скажи, можно у тебя первое время ты перебиться пустишь, нет? Да можно, можно. Куда тебя деть? Вместе станем обороняться. Старуха ведь тебя сейчас не пожалеет. У ей сейчас все косточки против тебя. Бринчат. Внучонка ей сподобила. А тут она все зырила за тобой, а? А бабу где ж ты караулишь? Баба сама себя перехитрит. Не то, что других. Кто бы вот про тебя-то подумал? Ну, Настена, рисковая ты, рисковая. Не сладко тебе придется. Ничего, вместе станем горе мыкать, и я так уж привычная. Ты так с пустыми руками пришла, ничего с собой не взяла, может мне сходить с собой собрать? Не надо, я потом сама. Сама? Сама. Ты уж да замакалась. Ой! Да не вянь ты, не вянь, не пропадешь. Проживем, и не то бывало, встарь бывало, и собака с волком жевала. Проживем, ты роди, потом поглядим. А то че ж одно название, что баба? Как его хоть звать, а? Кого? Кого? Кого еще? Уполномоченного твоего. Ловкий какой, имя-то хоть спросила? Нет. И не спросила. Дура ты, Настена! Как ж ты ребенка навеличишь? Это ж мне опеку придется записывать. Вот что значит не рожала, а? Ой, ничего, сочиним. Поколь суд на дело найдем ему отца. Самого хорошего. Откройся мне одному. Откройся.
Жалей меня, Настен. Я не цветец люблю. Только и последний раз увидаться. Христом Богом молю, Настен, дай проститься тебе, если ты от меня его скроешь. Хочу я знать, на что он такое надеюсь, а? Не говори он тебе. У нас в родове всякие бывали. Ну что? До голода идти. Стервец, так стервец. Доигрался. Сведи нас, Настен. Христом Бога мою сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился. Жалей меня, Настен. И тебе легче будет. В чем ты, тетя? Здесь никого. Сказать-то мне нечего. Нечего. Нет здесь никого. Нет. Не ври, Христос. Кому ты врешь? Я с тобой по-хорошему хотел отжать его пузо-то твое. От него, от кого еще? Будто я тебя не знаю. Будто не знаю, какая ты. Если ты старухи, бабам сказки рассказывай, а не мне. И ружье ты ему унесла, и много чего еще стаскала. Вот оно доказательство-то. Куда ты его денешь? Куды, а? Я тебя спрашиваю. Я с вашим Андреем 4 года жила. И ничего, какое доказательство? Не имется ему, вот и мучит, ну, воду. Искар, ты сегодня